Сегодня мы рассматриваем новый этап в поддержке бизнеса, развития экономики нашей области. В частности, это такой механизм, как региональный инвестиционный стандарт. Абсолютно беспрецедентной поддержки предлагается предприятиям инвестиционные кредиты до 10 лет, льготный период до 5 лет. А что такое льготный период? До 5 лет вы будете платить 3% годовых предприятий, 4,5% малый бизнес. Или такая мера, как соединение крупных предприятий, в том числе оборонного комплекса, и малых. Скажем, торгово-промышленная палата отбирает предприятие маленькое, которое могло бы, мы представляем, оценивают его возможности, можно ли его пустить туда, в то предприятие. Можно.